Доброго времени суток, дамы и господа. Сегодня мы с вами получаем 2500 токенов от проекта Depo. Это соответствует 50 долларам США. Depo – это депозитарная сеть, первая в мире многоплатформенная сеть, позволяющая кредиторам принимать цифровые активы в качестве обеспечения. Задумка неплохая, кому интересно, есть white paper. Также можете пролистать сайт, ознакомиться со всеми деталями и вкладывать, соответственно, средства. Мы с вами, как обычно, у нас цель одна, не вкладывая ничего, участвуем в airdrop, получаем токены за вступление в соцсети, дожидаемся, когда завершится ICO и наши токены выйдут на биржу криптовалютную и продаем их с целью прибыли. Итак, что для этого нужно сделать? Как обычно, проходите по ссылочке, которая будет под моим видео и где будет написано слово «регистрация», и попадаете вот на такую страничку соответственно, сайт этой компании. Здесь вы нажимаете на большую зеленую кнопочку и попадаете в формочку регистрации. Здесь можно будет зарегистрироваться через Facebook, Google или LinkedIn. Я зарегистрировался через Google. Соответственно, мне пришло вот письмо, подтверждающее то, что никакой активации от вас не требуется. Вы можете сразу войти в аккаунт. Если у вас нет такой возможности, значит, вам необходимо завести аккаунт, вот нажать, либо там по-английски будет, если у вас нет перевода. И здесь заполнить имя, фамилию, email, адрес, пароль. Также повторить пароль, три галочки поставить, согласиться с условиями, пройти капчу и, соответственно, нажать на эту кнопочку. Тогда вам придет подтверждение на электронную почту. Вы подтвердите на своей электронной почте регистрацию и попадете в свой личный кабинет. Выглядеть он будет вот таким образом. Здесь вам нужно будет нажать на кнопочку AirDrop с левой стороны в меню. Когда вы нажмете на эту кнопочку, вы попадете вот на такую страничку. Здесь вам будет предложено сделать 5 заданий, то есть вступить в каждую из 5 сетей. И за каждую получить по 500 токенов. Что я и сделал, у меня вот все pending, то есть в ожидании, в процессе проверки. Я не стал дожидаться, почему то, что уже было бы мне зачислено по 500 токенов, после этого сделать, соответственно, видео, потому что токены быстро расходятся. То есть вот если изначально на airdrop положено 15 миллионов, да, токенов, 15 миллионов токенов, то сейчас на данный момент осталось всего сколько получается, 3 миллиона. 3 миллиона 456 тысяч. То есть видите, да, что очень быстро расходятся токены. 15 миллионов, да. А теперь 3 миллиона. Даже если, вот смотрите, сейчас обновлю страничку, и будет уже меньше. Сейчас 3 миллиона 456 500. Обновляем. Уже 3 миллиона 448 ноль. То есть не затягивайте, быстренько проходите этот airdrop. Для этого вам нужно будет поступать в каждую из этих сетей. И напротив, вот здесь вот у вас будет окошечко каждой сети, внести, здесь будет написано либо линк на страничку, то есть ссылку на страничку, либо, соответственно, имя пользователя, как вот здесь было в Telegram, собачка, имя пользователя в Telegram. То же самое в Twitter, то же самое в Facebook. Давайте все вам показывать не буду, какую-то одну, к примеру, покажу. Ну, допустим, там вот вступить в Facebook, нажали ссылочку, открылся Facebook, вы, соответственно, вступили туда и закрыли его, и все. То есть вот сюда вот на пальчик нажали, чтобы он стал синим. Ну и подписка, соответственно, станет синим. Отменять подписку я не буду, я это уже сделал. Все, вы сюда подписались, закрыли страничку, и напротив Facebook, вот здесь вот тут будет написано, введите свой линк, ну или введите... Нет, введите свой username, по-моему, здесь у Facebook. Ну, прочитайте. Значит, username вводите в Facebook, нажимаете ОК, тут будет кнопочка. Все, задание выполнено. Ну, то же самое в Телеграме, к примеру. Давайте откроем. Также открываем, разрешаем. Вступаем. Я уже вступил, как бы, в эту группу, поэтому... И также обратно закрываем. И здесь вот в Телеграме также вводим
собака и ваш username, соответственно. Ну, у кого нет LinkedIn, то либо заведите, либо лишитесь 500 токенов дополнительных. Ну, в принципе, все. Буду заканчивать. До свидания. С правой стороны, как обычно, у меня плейлист с проектами. Пожалуйста, участвуйте. Я в них участвую. Вам рекомендую чуть пониже подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всего доброго. До свидания.